«Зов кукушки» – это криминальный роман о буднях ветерана войны, который переквалифицировался в частного детектива. Автором книги, которая была опубликована в апреле, значится начинающий писатель Роберт Гелбейт. Его дебют в детективном жанре назвали лучшим за последние несколько лет. Однако журналисты докопались до истины. Настоящим автором произведения является Джоан Роулинг, самая успешная британская писательница и автор всемирно известной серии книг о Гарри Поттере. В одном из интервью писательница призналась, что надеялась сохранить все в тайне как можно дольше. По ее словам, издание романа под чужим именем позволило ей ощутить необыкновенную свободу. Покупатели книжного магазина в Лондоне отнеслись к ее поступку с пониманием. Успешному человеку хочется, чтобы о нем судили по его делам, а не по имени. Признание Роулинг привлекло за собой мгновенный рост продаж книги. Меньше чем за 24 часа роман о ветеране войны, который расследует в Лондоне гибель модели, упавшей с балкона, возглавил списки бестселлеров.